пружинка лопнула. Лопнула пружинка? Угу. Поэтому и не давит, да? Нет, это стопор. Вот это кольцо. Это стопор выпал. Нет, вот это вот, смотри, сломано. А что такое стоит? Это ж ног я брал. Нам это место по суше казалось, чем оказалось на самом деле. Вода холодная. Ты что, замочился что ли? У тебя же непромокаемый. Вода холодная, все равно. Вы бутылку сделали там. Че, вы как-то это, смогли законтрить? Да. Хап-то. Помолились просто. Красиво так, грязь у тебя в диске плывет по ободу. Даже так наверх пришлось прибедиться. Да. Напрямую не проехать. Я пытался. Скажи, он же стоял такой, да. Знает. Как надо было пилу с собой брать. Пусты, чтобы ехать. Пусты? Ох, офигеть, тут перепахал-то. Топор пилу надо было брать, а? Топор пилу надо было брать. Красиво, да, вот. И у нас типа теория за жопу его вытащить, как сюда и назад. И типа правильно, как упереться вот в эти деревья, вот это по кому говорит, и отсюда тянуть. Потому что тут было сухо, но вот это поехало. Да, тут сухо, я даже третий. Нет, ну тут, если, допустим, поставить машины, да, две лебедки, жопой зацепить, то есть березами заикарить, тянуть. Это ладно, он сейчас как дальше-то вперед поедет? Он здесь не вырулит? Нет, пока здесь не вырулит. Смотри. Нет, 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 не пройдет. Почти. Сейчас подтянуться, наверное, залебить. Ну, конечно, все, я уже встал. Да. Ну, вот ты его на нем как раз присел, ну.
О, давай! Может, ты не будешь продавать помидоры, да? Сейчас я УАЗика достану. Дотяну до туда. А ребят, на машинке его дотяну, сколько он взял. Ой, это... Что, машинка-то рядом? Ставь его на пол. Машинка рядом? Да? Давай, давай. Давай, давай. Так. А какую, а правую? А выдох, это просто, где корка? Так, у парней аккумулятор сел. Сейчас зарядим, чтобы своим ходом хоть везем. Так, это что вы такое придумали? То есть раз, через блок два. И три. Интересная тема. Ну что? Все, час икс настал. Да, я вот не знаю, запустится или нет. Не знаю. Очень переживаю. Ну да, в воде стоял сколько? А? Сколько в воде, говорю, стоял? Да. Ай, красава! Красава! Ну что, вообще жопа? Судя по всему. Знакомый протектор. Далеко он может забраться. Далеко. Вообще. Да, козырь, козырь, козырь. Трос перецепить надо. Ёбаный рот, а! Вот сейчас
Так, а? А сейчас просто перезыбим и вытащим. Да. Офигеть! Слушай, у тебя морда не гребла, Кирилл. А? Ты газовал, нет? Да. А? Да, так. Стороны нагребло. А? Нагребло земли, говорю, с правой нагребло? Стороны. Но нагреб хватит. Как будто перед собой тащу, да? Блин, я потом посмотрю, я сам не знаю, что там сейчас и так далее. Давай. Выхлоп отпал еще. Да вообще. Ошалеть! Я не верил уже в это, а! Просто классно! Бля, огромное все, спасибо! Просто огромнейшее! Да. То есть ты все время на повышайке катался? Да, да, нет. Ну вот здесь мы именно вчера здесь уже попробовали. Да, всяко разно дергали, да? Сейчас самое главное развернуться. Это очень сложный момент. Да. Где он там сидел, вот пиздец? 33-й Симакс. У меня 34-е такие. Как он залез, я вообще не знаю. Там дело не в колесе, там до баллона проваливаешься вот так. Да, да. Вот вода, видишь, стояла, вот так провалил. Разворачиваемся. Эй, брат. Вот, вот, вот. А то он туда уходит. Мне кажется, я оттуда сразу жопой сюда заберу. А я вот это вот сюда сберет и уйду. Дома прям где-то заберу, где помидорки, нет?
помидором. А я не видел там круто. Помидором там болотина. Там болотина конкретно. Леха, что-то подсобить? Да, Леха, хорошо, Леха, Леха, знаешь как? Шопы туда, прям вон туда. Давай еще добавь, если ты уже проехал. По другу не мешай. Оп, хорошо. Да ну, да нет. Да, да, да. Вот он вес-то. Охренеть. Вот он вес и понижение раздатки. Охренеть вообще. Да. Покажи. Да тут травился, не травился. Тут эта машина такая. Охренеть, бля, это так. Ну давай. Сейчас твоя очередь. Да. Я тут только нахуй первую. Кстати, продается. Я только свой собрал. Нормально уехал. Да вообще, так-то жопа. Леха, здесь вначале сел. Применился сюда. Что-то у него понижайка так и не включилась нахера. Чуть дерево не въехал. А сейчас как ему? Это... Там дерево? Давай сюда чуть-чуть. Оп. Давай сюда, до меня проходи. Прохожу. Нет, вперед, говорит, вперед. Оп-оп-оп. Пробуй так же. Далеко от дерева. Как назад не едет. Все, стой, стой, стой. Че? Сейчас все? Нет пока. Подожди. Сейчас. Сейчас все. Ребенка, ты работаешь? Да, все работает. Yeah.
Слушай, куда я не без тебя, да? Завози. Они как дети. Оп-оп-оп, смотри, сейчас едешь. Хорош, хорош, хорош. Я хорошо засел. Стой. Так разместили, что тут уже ходить тяжело, да? Вон че. Че, стартер? Нет. Че, акум? Акум? Блять, акум сдох. Сука. Ну, ты же лебедился, но разряжал его. Вот у меня-то так же было. Да? Заряжаем акум, все. Ты вылетов нету, ты не понимаешь? 15 курим, поедем дальше. Хуяк забуксовал. Да ты это, не каркай. А то у нас Вера в Сузуки пропадет. Ой, офигеть. Куда это. Да. Я рядом пройду. А у меня нога застряла там.
Там корень, да? Кочерышку, блядь. Ну здесь эта трухлявая береза была. Вы ее сломали? Да. Встать-то встать, он здесь поместится, нет? Проедет? Поместится. А то здесь это, глубоко уже. Сюда возьми, Дима. Прям возле березы продавать, да? Вопрос цены. Да? Да, на самом деле много сузуканов продается, которые надо просто чуть-чуть довести до ума, и будет то же самое. Ну а что у тебя тут? Все. По конфигу. Все. Все? Даже вся подвеска переделана. Ну, видишь, это не чуть-чуть, это все. Но имеется в виду, что в разрезе денег это недорого, да? Дешевле, чем УАЗик или Ниву собрать. Нивы просто сильно популярны, еще из-за этого ценники на всю хуйню такие дорогие. Давай, просто не отъебываются. Что думаешь? Думаешь, пойдет? Руля не забывай, чуть полеха туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, стой, его сожрало. Давай еще назад. Давай еще назад. Все, уже не идет. Нет. Да. И еще назад чуть. Вот. Так, у меня колеса не видно уже. Я понял. Я вытащим его. Блять. Давай лебедку вперед и все. Лебедиться будешь? Через полиспас его выдерни. Иди не сразу. Да-да-да. И колеса туда вставай. Да-да-да, давай-давай. Вот, вот, вот. Как это?
Что это? Корпус-то? Что, дальше пойдет? Да. Попробуй. Блокировочку переднюю включи. Право поверни. Жопа держит, на. Ну, может, подтолкнуть? Офигеть, блин. Офигеть. Я на Патриот купил новый, а этот просто кинул в запас. Все, и вот как перевал, то тот и взорвали, а этот поставил. Да, да. Че? Куда? Что-то как-то хитро. Это чтобы вообще в кусты сместиться, да? Все, припарковалось. Блондинка припарковалась. Давай. Лысая блондинка. Сейчас. Кинул, сейчас может пойдет. Он заживал его, нормально должно пойти. Нет. Ну давай пробуй. Я думаю, что-то блядь это. Там-то похуже, чем здесь. С той стороны-то? Не-не-не. Да смотри, не смотри, берет. Там. Че, так можно было? Ух! Да. Ну наконец-то, ё-моё, это было сделано, а? Я походу помидоры доставать будем. Да, сейчас за Леху лебедись и все, и как раз пойдешь нормально. А, кстати, там пойдет. Пойдет? Я и твой тебе должен. Давай, дед, капай, ну. Да, я знал, взял. Давай, помогай.
Опять не кидаю центра. Хорошо его засосало-то. Оп, давайте на уплавку его.